следующем составе. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фокса. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Перед вами расстановка команд на сегодняшний матч. Наставник команды выбрал довольно осторожную тактику. В следующем составе. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фокса. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Перед вами расстановка команд на сегодняшний матч. Наставник команды выбрал довольно осторожную тактику. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фокса. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Перед вами расстановка команд на сегодняшний матч. Наставник команды выбрал довольно осторожную тактику. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фокса. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Перед вами расстановка команд на сегодняшний матч. Наставник команды выбрал довольно осторожную тактику. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фокса. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Перед вами расстановка команд на сегодняшний матч. Наставник команды выбрал довольно осторожную тактику. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фокса. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Перед вами расстановка команд на сегодняшний матч. Наставник команды выбрал довольно осторожную тактику. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фокса. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Перед вами расстановка команд на сегодняшний матч. Наставник команды выбрал довольно осторожную тактику. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фокса. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Перед вами расстановка команд на сегодняшний матч. Наставник команды выбрал довольно осторожную тактику. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фокса. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Перед вами расстановка команд на сегодняшний матч. Наставник команды выбрал довольно осторожную тактику. Неплохой пас. Шире игру стараются развернуть. Мяч на фланге. Идет он с мячом дальше. Жиро ждет. Искал он партнеров, но нашел только вратаря соперника.
Есть у него место для движения. Нет, я вам скажу, что такие возможности надо использовать. Выйти один на один и упустить момент? Вратарю там и работать-то не пришлось. Тут его накрывают. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фокса. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Перед вами расстановка команд на сегодняшний матч. Наставник команды выбрал довольно осторожную тактику. В этой игре команда сыграет по схеме 5-2-3. С ума сойти. Видимо, тренер где-то откопал конспекты Берти Фокса. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Перед вами расстановка команд на сегодняшний матч. Наставник команды выбрал довольно осторожную тактику.